Давай, давай. Сам. Так. Вот так. Постой-ка, я... Вот так. Ну еще, кто там? Ребятишек-то кого-то зови. С кем разговаривать-то? Глухонемой Андрей. Ну-ка, зови. Ну, давай. Переводи, еще папа говорит. Давай. Мамки-то нет дома? Нестор? Мамы нет дома? А что, не слышно? Посмотри там, чтобы он сделал. Там сделал еще-то. Нету. Нету, нет, нету. Нету. Ну-ка. Ну-ка давай. Я буду говорить, как только послышится голос мой. Нестор, ты скажи тогда отцу. Скажи, голос слышится. Ну что, не слышно? Он не слышит ни одного слова. Вот сейчас слышно? Да. Ну вот. А где Фрося? Здесь. Ну-ка покажи, Фрося. Покажи. Вот. Ну вот, подойди, чтобы видно было. О, Ефросиния пришла. А ты утром когда уходишь в школу-то? А утром я ухожу в 7. Поближе к этому. Надо поближе к этому. Где у вас микрофон-то? А, у нас нет микрофона. У них нет микрофона. Мы просто говорим. Это плоховато. Ну ладно, громче говорите. Так, а мама-то на работе? Да, мама, да, на работе. Вот так слышно хорошо. Ну теперь, что хотел отец спросить меня? Да, давай, спрашивай. Он будет говорить, а ты переводи. Так, ну кто там может переводить? Ну-ка, подойди. О! Ну, Енафа, ну-ка давай, спрашивай, что там отец хотел сказать? Он говорит, нашел на ваше рассказывает. Так, пускай он смотрит материалы, которые здесь мы выставляем. Материалы. Спроси его, скажи, он заходит на форум? На форум. Много-много раз смотрел, нам показывал. А форум, ты знаешь... Ты маленько к отцу наклони, чтобы тебя правильно было видно. Ты видишь, что внизу там, посмотри, ты сама себя определи. Вот. Увидала, да? На форум он заходит, нет на форум? Да, он заходит на форум. Да, заходит они. Заходит. Ой, у вас черный, а у меня белый. Ну-ка покажи. О, а сколько ему? Ему 5 месяцев. А вот еще один. 5 месяцев. Мы его зовем Катафиван. О-о-о. Вот это да, чернота какая. А где же мой белый-то? Белый, белый, ну-ка позови его. Ну-ка, где он белый? Дарья Тихонович. Сейчас подойдет, может быть. Ну, хорошая хозяйка. Они мышей-то ловят? Да. Да. Вот, это еще один кот у нас. А это еще? Вот. Так он больше всех? Он, ну, теоретически, да? Ты что, не один? Ну-ка, сейчас подожди, покажешь. Да я вижу, какой серый. Он не серый, волос. У нас еще есть много котов, но они сейчас гуляют, мыши ловят. Да как, тихо, как же так много-то? Я и не знал, что у вас много котов-то. Собак 3, уже 4. А вот у меня, смотри какой, вот они мои. Игнатий Тихонович, у нас тоже есть белый кот. Вам же дать? А вот еще один. А ну-ка давай сюда. Ой-ой-ой, подожди-ка, они у меня, где он маленький-то? Вот он где, вот он где, вот он где. Вот меня сейчас просят там крыс, мышей ловить. Вот он где. Вот он сколько месяцев, подожди. Вот он какой. Иди какой. А сколько ему месяцев? Знаете, тихо, сколько ему месяцев? 4. 4? Мой наш хантик старше. Ага. Вот, я его отпущу, пускай идет. Все, давай. О, все. Так, какие вопросы у отца? Давай, какие у вас вопросы есть? Спасибо. У нас... Что не ладно-то? Или все хорошо? У нас все хорошо. Ну вот, мы в этот материал, вот мы сейчас снимаем на видик. И вы себя увидите. Сегодня посмотрите, и вы увидите. Мы поставим его здесь. Мама во сколько с работы приходит? 6, 5. 5. Вот 5, а вот 5. Даже бывает иногда. А во сколько вы встаете?
Мы в 5. Да ты что? 5-4 бывает. Как в лагере у нас, это ничего себе. Вот это да. Наша школа проявляется здесь. Так. Ну, Ваня где? Ваня в погреб пошел. А у вас что в погребе есть? Картошка, свекла, маринованные огурцы, капуста там. Нестор, ты стань перед отцом и говори, о чем я говорю, чтобы он понимал, о чем. Я с Инапой буду говорить, кто у вас лучше с отцом может говорить-то? Ваня. Ну ладно, ты мне будешь тогда отвечать, но ему маячь одновременно руками. Что я спрашиваю? Что у них в погребе? Чтобы он видел. Говорите, машите ему. Картошка. Еще свекла. А какая у вас солонина есть? У нас огурцы. Так, маленько подождите. Подождите, маленько. Говори. С миром. Вот как. Ну что ж, далеко? Да в Москву ты летаешь самолетом, да? Ну, храни тебя Господь. Спаси Христос. Хорошо, что позвонил. Мы сегодня уже будем молиться о путешествующем. Береги себя. Лишнее там знакомство не заводи, потому что ты кому-то не угождаешь своей работой как адвокат-то, конечно. Кто-то злиться на тебя может там. Ни на какие контакты, встречи лишние не иди. Это мой совет тебе. Храни тебя, Господь. Ничего больше нету? Все, с Богом. Так, скажи отцу, Инапа, звонил Севастьян. Севастьян звонил. Вот. Он улетает в Москву, попросил молиться. Командировка в Москву, скажи. Пока, мам. Пока, сейчас, подождите. Кто? Севастьян. Он полетел. Полетел. Все. Мне неудобно, потому что на экране это все сливается. Мама, закончилось все. Через 20 минут надо ехать за ней. Мама придет домой через 20 минут? Да. Ну нет, папа за ней через 20 минут поедет. Она шприцу сейчас. Так, теперь скажи, если когда-то нужно будет что-то позвонить не раньше 7 часов и не позже, 7 часов вечера. Скажи, в 7 часов вечера. Я ему покажу, смотри. Вот, я показываю ему, покажи, пусть смотрит. В 7 часов. Это когда какая-то нужда бывает, один день в неделе. Один день. Вы заранее запишите, какие вопросы, но чтобы другой стоял, а отцу показывал, о чем мы разговариваем. Чтобы он понимал. Вы ему показываете. Вот так. Ребята, Ваня пришел. Ну-ка, где Ванюша? О, Ваня, а ты кто из вас лучше всех разговаривает мимикой-то? Ваня. Ваня? Для нас папа одновременно обучал. Это мы, можно сказать, на одинаковых уровнях. А у вас в комнате-то тепло? Это вы в новом доме живете уже? Нет. В старом мы живем еще. А новый? А новый у нас накопетка. Мы построили стены под крышу, а в старом живем, потому что мы не успели его построить. Не успели. У нас под крышей оказалось еще есть 4 комнатки. Как раз нам будет по маленькой комнатке каждому. Понятно. А когда вы уроки делаете, вы друг другу не мешаете? Нет. Мы камеры на своей кровати делаем, сидим там, возьмем книжку толстую и пишем на ней. А вы на молитве псалтырь на русском языке считаете? Нет, мы на славянском. Ваня-то пускай переводит ему. Ваня, встань перед отцом и переводи ему. Переводи. Вот. Эй, иди, пожалуйста. Эй, иди. Ваня, сядь. Так, давай, ты сядешь? Давай. Садись, брат. Вот. Я вас буду спрашивать, Ване сколько лет сейчас? 11. А Инафе? 12. А мне? Почти 12. А мне 7. Тебе сколько, Нестор? 7. 7?
Да. А я Эфросе? Есть. Недавно исполнил. Вот поэтому старшему надо подчиняться, не сопротивляться. Ваня. Вот, да. Если у вас вопросов нет, я буду отходить. Отцу скажите, что звонить в 7 часов вечера, в какой день он желает. Один день пускай выберет и мне скажет, в какой день недели. Один раз в неделю. А, да. И чтобы вопросы были записаны, а вы уже заранее знали, что спрашивать. Володя у меня вот стоит рядом. Стань, Володя. Вот смотри, Володя снимает. Вот, вот видишь? Вот, вот. Здравствуйте. Мир тебе. Мир вам. Здравствуйте. Вот ну все тогда. Пускай отец выключает. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Давай. Американо. Вот, пока вы подождите. Это не выключилось еще пока. Да, у нас еще не включается. Сейчас вот, выключим. Пускай выключит. Я скажу, когда выключит. Не отходите далеко. О, выключил. Ой-ой-ой, вот это надо же, а. Ну-ка давай, скидывай сюда. А попутно. Слава Богу. Комментарий-то не надо никакой. А? Комментарий не надо к этому да ролику. Ну какие, он глухонемой. Господь его нашел, он большой мастер. Большой мастер. Он любую модельную обувь может шить. Краснодеревщик. Его ценят. Господь его хранит. Вот. Он глухонемой. А она была у нас студентка, кажется, 4-го курса аграрного университета. Сельскохозяйственной. Вот 4 ребятишек. Они у меня каждый год в лагере. Конечно, мы бесплатно берем, чем можем, помогаем. И, вот. Она работает зоотехником на птицефабрике. Ну, еще больше говорить. Все, пока. Угу. По славу Божию. Давай сейчас это я сразу...